HEMA или Historical European Martial Arts, европейские исторические боевые искусства, это достаточно молодое, новое направление в мире единоборств. Сейчас оно развивается очень динамично. В России HEMA в полном объеме начали развиваться примерно 4 года назад, и сейчас мы уже собираем большие крупные международные соревнования. Занятия HEMA подразумевают не только соревновательную деятельность, но и даже в первую очередь изучение традиционных техник фехтования Средневековья, Ренессанса и Нового времени. Логичным итогом многолетней работы по развитию HEMA стали крупные мероприятия, которые проводятся в частности в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург челлендж, вызов Петербурга, один из наиболее крупных турниров в России. Вероятно, крупнейшее событие, ориентированное исключительно на HEMA, без каких бы то ни было прочих дисциплин. На соревнования собралось свыше 100 спортсменов из нескольких стран. Разыгрываются 8 комплектов наград. 4 в женской категории, 4 в мужской. Бойцы сражаются в номинации «Военная сабля», «Болонский меч», «Длинный меч» и «Рапира Ренессанса». Центром развития HEMA в Санкт-Петербурге стал спортивный центр «Эскалибур», где действуют две крупнейших секции по развитию и популяризации европейских исторических боевых искусств. Это школа фехтования «Трамазона» и гильдия вольных фехтовальщиков. Именно две эти организации объединились и основали, создали национальную федерацию HEMA, в которую сейчас уже входят многие клубы по всей России, и Национальная федерация HEMA выступила основным организатором турнира «Санкт-Петербург Челлендж».